Я искренне рад приветствовать вас, друзья, слушатели, смотрители канала «Твоя рыбалка». Сегодня у нас в гостях, не морской, вот такой вот мажор-крафтик, вот, который называется «Cross-Stage», дальше читает CRX-T в тубуляр 782 ml Куродай. С тестом 2.15, длина, мы посчитали с тобой, 2.36, если перевести на все это. Итак, у нас в гостях мажор-крафтовский лайтик. Подержав его в руке, хочу сразу сказать одну вещь. Вот когда у нас, вот это вот нехорошее слово, бюджетное, да, лайты, это к Сигизмундовичу обращаюсь, люди начнут покупать вот этой начальной линейки, и у них будут на это деньги. Стасик, значит, у нас в стране что-то к лучшему свершилось. Но это... Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такую симпатягу с довольно-таки длинной ручкой. Ну, разнесенной нельзя ее назвать. С хорошим поджимным колечком, которое уже понравилось. И, забегая вперед, на водяных испытаниях катушечка стояла очень четко. Взяв в руки этот инструмент, понимаешь, что это уже не ультралайт. Но привыкал я к нему, ребята, где-то, наверное, минут 20-30. То, что это не ультрик, а это лайт, и надо пользоваться по-другому, и другие приманки на него ставить, и другие шнуры, другие катушки по катушкам. Очень интересно, вот так как он до 15 грамм, я считаю, что минимально это 2,5 по шамановским. Да, Стас? Ну, это минимум 2,5. Вот. Великолепно смотрится. Сейчас попробую даже. Вот. Абсолютно в балансе. А баланс для лайта штука немаловажная. Это уже точно. Хотя, на мой взгляд, лучшим вариантом была бы вот такая вот трехтысячка. Вот такая шамановская ББшечка от Цепфи. О, друзья, это было бы все. The best. То же самое. С балансом у нее, ну, брать ценник. Она чуть-чуть тяжелее шаманки. Вот. 2,5. Но Цепфи была на ней просто великолепна. Итак, что такое лайт, что такое курадай, как говорят товарищи японцы? Они его позиционируют как универсал. То есть мы, по сути, с вами имеем право попробовать его, законное право, во всех ипостасях, которые мы себе позволяем ловить. То есть, естественно, джиг, естественно, металлический джиг, то есть это колебалки, естественно, вертушки, а также... Ну, чем черт не шутит. В общем, брал я с собой и 80-й воблерок. Миношку брал, не глубоководную. Ну, что с этого по порядку. Что хочется сказать по бланку? По работе, по тому, как сделан. Ну, нареканий нет. По бланку. Народ приходил, силикон выбирал, поэтому очень интересное плетение для усиления камлевой части. Ну, это уже знакомо у нас. Сейчас практически все уважающие себя производители делают такое плетение, дабы усилить камлевую часть. По ручке. Ну, я не знаю, как правильно по ручке сказать, выразиться. Она удобно в руке лежит. Обычно есть такие моменты, вот даже на топовых палках, когда есть неудобство. Ну, все понимают, что это вещь там из разряда сногсшибательных, но просто неудобно. Здесь все удобно. По кольцам. Кольца мы специально проверили. Здесь у нас металлические, хотя они в матовом хроме. Ребят, смотрится очень даже симпатично. Посмотрите, пожалуйста, как такое колечко выглядит. В общем, палка скроена ладно, вопросов никаких нет. Единственное, что вызывало у меня сомнения, это, ну, как сказать, может быть, мягкость ее. Хотя на вот этой штуке четко написано «Regular Fast». То есть никаких быстрых, супер-быстрых строев здесь и не предвиделось. Поэтому сначала поставили 3 грамма. А что говорить, там есть все на видео.
первый заброс. И очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Три грамма вершинка отрабатывает великолепно. Вообще вопросов никаких нету. Все четко показывается. Сейчас еще разочек. Под соседний бережочек. Рыба-трава уже у нас. Да. Хотелось бы, конечно, другую рыбку попробовать. Ну, в общем, по 3 граммам вопросов никаких нет. С приманочкой, пусть грамм, ну, в общем, где-то 4 граммчика у нас было в воде. Бросает довольно-таки хорошо. Я повторюсь, приятная гаечка, которая поджимает основную. Сейчас еще пару забросиков трешечкой. И перейдем на что-то более серьезное. Да, с 5 граммами заброс становится, как это говорится, комфортнее. Гораздо комфортнее. То есть спиннинг начинает отрабатывать. Красавец. И вершинка начинает уже распрямляться. Все-таки лайт. Еще утяжелил монтажик. Там уже 7 грамм. Плюс приманочка. Она где-то порядка 2 грамм. Ну, он говорит 9 грамм. О. Конечно, на такой глубине смысла нет ставить, но вот подрывает этот монтаж спиннинг, кончик, вершинка спиннинга запросто. Монтажик ставить, естественно, не буду. Нашел чебураху 14 грамм. Так, нету пятнашки. Просто бросить и посмотреть. Есть подрыв. Хотя, сразу оговорюсь, что вот на 14 грамм чувствуется о том, что бланк работает, и ну, так как строй не экстра фастовый, а модераты фаст, сначала вершинка, потом как бы бланки помогает подрывать приманку. Поэтому здесь вот надо четко понимать, 20 грамм, да бросит она, бросит 20 грамм, надо ли это или нет. Сейчас попробуем по колебушкам пройтись. У меня там есть пятерочка, по-моему, и семерочка. Сейчас попробуем взять их, пройтись просто, как вот они, как чувствуется. То, что бросит, уже понятно. Как в руку чуйка, насколько сам бланк предрасположен к проводке именно колеблющихся блюд. Сейчас попробую. Сделали смену монтажика и вот такую приятную колебушечку 7-граммовую от Little Clea поставлю. Сейчас попробую, что она дает. Сам по себе строй спиннинга подразумевает работу с такими инструментами. Приятно.
Очень приятно. То есть ощущения есть. Работа колебалочки чувствуется. Хорошо. А если вот в ту сторону, где у нас товарищ щука должна жить? А ну-ка. Класс. Просто класс. Да, все-таки строй удилища дает возможность любителям колебла и вертушек чувствовать себя очень комфортно. То есть в межах заявленного теста господа, у вас будет все абсолютно получаться. Абсолютно все, я имею в виду. Сейчас еще вертушечку обязательно поставим. Для любителей джиговать колеблом, это не тот спиннинг. А вот для равномерочки, там со всевозможными ускорениями, это очень, очень интересный инструмент. Да, тут можно ставить твердую пятерку. Вертушки. Продолжаю. Здесь у нас вертушенцы как раз для такой погоды. Повторюсь, это стояло 7-граммовое. Хотя в последнее время вертушки не так пользуются спросом. Но с приходом осени все понимают о том, что, вернее, все считают за необходимым иметь такой гаджет, девайс, как его правильно назвать, иметь пару вертушенцев хороших, от хороших производителей, коробочки свои, обязательно. Поверьте, иногда они будут палочкой-выручалкой, просто палочкой-выручалкой. Ну, классно бросает. Заводим. Сразу включается вот этот быстрый регуляр. Интересно. И поехали. Я не скажу, что он сверхчувствительный, но все, что происходит, я слышу. Интересно. Очень интересно, говорю, просто что заброс очень приятен именно вот с колеблющимся и вращающимися блеснами, что сама проводка, ни напряга, ничего нет. Стоишь, делаешь заброс, получаешь массу удовольствия, а бросает неплохо, очень неплохо. Так что я думаю, вертушечкам тоже можно поставить хорошую пятерочку, именно вот как отрабатывает бланк, как он производит заброс. Не удержался и взял с собой явно не ультралайтовую 80-й миножку, воблерочек. Я хочу его проверить, так как, говорю, повторюсь, заявлено универсал. Поэтому сейчас поменяем, поставлю миножку, попробую, что это такое, вот как он будет работать и будет ли работать он с ним.
вот такого красотуна, повторюсь, 80-миллиметрового, в боевой раскраске поставил, попробую. Хочу понять для себя, вот хватит ли мощи этому бланку с его строем. Ну вот, опять же говорю, спиннинг претендует на роль универсал. Поэтому пробуем, 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 чтобы не рассуждать. Итак, 80-ка. Заброс. Ничего. Ребята, он может. Ну вот, вот, 80-ка работает. И он ее тянет. Я понимаю, это воблер, который не имеет большой лопасти. Это воблер, который идет на максимум на горизонте там, ну, метр, метр двадцать. Но тем не менее, регуляр фаст в лице этого мажорика его тянет. Еще раз попробую. Ну как-то так аж, честно, даже не ожидал. Вот он, вот, четко, пауза, пауза. Итак, дорогие друзья, практическое наше занятие на водоеме вот с этим инструментом, с нашим мажориком. Кросстейджем подошло к логическому завершению. Вот. Вот этот воблер. Впервые познакомился, что такое щучьи зубы. Познакомился и все. Щука отвинтила. Пока некоторые на камеру нажимали. В общем, не зевай, хомка, на то ярмарка. Какие впечатления, какие мысли, какие чувства. Я просто постарался, я, как и говорил, взять инструмент и просто пойти прогуляться. То ли от спиннинга, то ли от погоды, то ли от природы, то ли от того, что я на воде, то ли от того, что все вместе. Я получил просто большой, огромный кайф. Осень, туман, тепло, красотища. Ну, не было сегодня таких поклевок, от которых там заворачивалось. Не было. Говорю, была одна щука, выход, я ее подержал вот на риджике, но, увы. Ребята ходили знакомые вдоль, полностью прошли речки, вообще ничего. Говорю, хоть поклевки были. Они говорят, ты знаешь, даже неудачника. Так я по сравнению с ними просто вундеркиндом был сегодня. Ну, мысли свои, как бы вслух и резюме, это уже увидите в магазине. Ну, в общем, как-то так. Вот. И теперь как резюме. Повторюсь. Полной ответственностью я бы рекомендовал людям, которые хотят начать или начинают свой путь, но в данный момент в лайте, вот, начинать хотя бы с такого инструмента. Почему? Потому что все действия, которые ты производишь с этой палочкой, с катушкой, они понимаемы. Они бросаешь, делаешь силовой заброс, как бы прикладываешь усилия, летит дальше. Надо бросить, например, изловчиться под дерево, но недалеко, вот, летит ближе. Что касаемо по оценкам, которые бы я поставил, ну, на джиг я бы поставил четверку. Четверку хорошую, без минусов, такую мощную, ну, это с 5 баллов. Вот. А вот на колебло и на вертушечки я бы поставил пятерку. Честно говорю, очень-очень было приятно. По поводу воблера. Был приятно удивлен тем, что 80-ку, опять же повторяю, не большого заглубления, там, до метра, запросто тянет. 65-ку тем более. 58-й ридж работает вообще без всяких проблем. Кстати, один из самых новых риджиков. Вот, все-таки ощутил, что такое осенние щучьи зубы. Ощутил, но рыбу не поймал, потому что кое-кто потянулся за включение камеры. Увы. Вот такая вот у нас была встреча, вот такое было знакомство с этим лайтом. Он буквально 20-30 минут рыбалки, он меня не напрягал, абсолютно не напрягал. Я его понимал, и работать, наверное, им можно и с лодки,
Его длина не такая уж большая, чтобы там было дискомфортно. И в основном это береговые дела. По шнурам. Это тут их целая грядка. Можно начать с этого. Можно начать с этого. Это я 0,4 шнуры показываю. Можно начать с этого поставить. Можно начать с этого. Вот. А потом, если у вас все хорошо пойдет, можете позволить себе и это. Все шнуры 0,4, все шнуры разных производителей, все шнуры разного ценового диапазона. Поэтому посмотрите. По катушечке, я говорю, очень мне понравилась Сефия ББшная. И я думаю, что если бы Ультегра... А Ультегра есть 3000-ная у нас? Вообще выпускается? Не? Ну, ну 2500-я это минимум. 3000-ная это то, что доктор приписал. Или по дайвочке то же самое. Катушечка подошла. Я думаю, те, кто собирается начать свой путь и начинать его с лайта, попробуйте этот инструмент. Попробуйте, я говорю, повторюсь, по оценкам джиг 4, но твердая четверка, а вот колебалочки и вертушечки, колебалки это вообще, ребята, это все. Я ими пробовал и джиговать, я ими пробовал просто равномерные проводки делать. Мне понравилось. Палка отрабатывает чувствительность достаточная на уровне. По диапазону весовому заявленный производителем 2.15. Я бы этот диапазон рассматривал как с приманкой. То есть не 15 грамм грузики плюс приманка, а весь монтаж до 15 грамм. Я ставил, по-моему, 9 грамм и пробовал делать проводку. Там на водоеме нету таких глубин, на котором я был. Поэтому просто попробовал для понимания. Спиннинг подрывает его. Но не так, как хотелось, не так, как это делает фастовый инструмент. Поэтому почему четверку заслужил? То есть по сенсорике довольно-таки неплохо, а он все-таки мягковатый. Я говорю, вот, но зато я не чувствовал себя ущемленно, бродя по малой реке. Вот у меня в наборе было абсолютно все, как бы и джик, и колебалки, и вертушки, и воблера. Знаете, что-то в нем есть хорошее. Что-то есть хорошее, доброе. Вот. Опять же, кто любит жесткие палки, очень жесткие в плане, вам она не подойдет. Но если ищете универсал, говорю серьезно, обратите внимание, тем более ценовая категория этого инструмента очень даже позволяет вам сделать покупку. Итак, в гостях у нас был CrossStage, достаточно новая модель. Вот такой вот симпатяга, о нем рассказали, показали. Что будет у нас? Ну, тут есть интересные запланированные поездки, поэтому, наверное, не будем их анонсировать, а будем показывать сразу. Вам добра, процветания, всего самого-самого хорошего. Смотрите, выбирайте, становитесь правильными любителями рыбалки. То есть принцип «поймал, отпусти», я думаю, должен быть самым первым. Вот. Поэтому добра вам, процветания, подписывайтесь, лайк, ставьте лайки, рассказывайте свою точку зрения. Всего самого хорошего. Что-то добавите? Вы б видели этот взгляд. Этот взгляд стоит дороже. Нет?